команда приготовится. История знакомства юных патриотов со специальным центром воздушно-космических сил России оказалась очень необычной. Один из руководителей движения «Юнармия» увидел репортаж по телевизору об этой воинской части. Идея привести туда ребят получила всестороннее одобрение, и теперь школьники впервые проходят обучение в центре у военных. Это очень хороший пример и очень хорошая подготовка для детей, потому что я с ними общаюсь, спрашиваю у них, нужно ли это для них. Они с удовольствием все говорят, это очень здорово, мы никогда этого нигде не видели и никогда это нигде не проходили. Это очень хорошая подготовка. За 4 дня 25 воспитанников военно-патриотического клуба «Морской пехотинец» смогли выучить порядок действий при чрезвычайных ситуациях, азы пользования парашютом и правильного спуска с вертолета на землю и в воду. А еще совершили переход через горы. Они в течение года получают какие-то теоретические знания по тем или иным предметам. А летом это как раз та возможность отработать все то, что они узнали в теории, и отработать на практике. Но еще хочу заметить, что в первую смену в этом центре у нас принимали участие в первой смене воспитанники Центра детского и юношеского туризма. А им уж выживание в природной среде очень пригодится при совершении каких-то походов и той деятельности, которой они занимаются. Это уже второй слет юнармейцев в поселке Агойту Апсинского района. Первый прошел в июне. Как оказалось, первую группу заинтересовали отнюдь не парашюты и самолеты. По прошлой группе очень привлекала медицинская подготовка. Неожиданно, то есть мы их пытались удивить тут и парашютами, и этот, но больше всего заявок и даже дополнительных занятий пришлось организовать из-за, не знаю, может быть, методического мастерства начальника медицинской службы моей. Очень всем понравилось. На базе центра школьники живут в палатках. Все как положено в военно-полевых условиях. Юнармейцы восхищены жизнью военных летчиков, которая, как им кажется, наполнена романтикой. Мне очень понравилось, как походили мы поход. Там нас научили, как правильно выживать. Нам показывали, допустим, как определять север, юг, запад, восток. Нас палатки нас учили строить, шалаши. Вот, мне это очень понравилось. Я вот до этого думал стать летчиком. Теперь вот понимаю, вот как все это будет выглядеть. За лето обучение пройдут 60 школьников. Третий слет юнармейцев на базе войсковой части планируется в августе. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.